Служебная собака Мурена, как обычно, выполняет свой долг и не догадывается. Сегодня она в центре внимания. Овчарка помогла сотрудникам полиции задержать грабителя в находке. Мурена вывела полицейских к автомобилю, в котором находился подозреваемый. В ходе досмотра у него изъята похищенная сумка. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города Большой Камень. В отделе внутренних дел задержанный дал признательные показания. О преступлении в дежурную часть отдела МВД России по городу Находки сообщила 69-летняя женщина. Потерпевшая писала приметы обидчика, по которым оперативники составили ориентировку на подозреваемого. Потерпевшая рассказала, что неизвестный в районе Озерного бульвара выхватил из ее рук сумку с деньгами и документами, после чего скрылся. На место происшествия прибыла следственная оперативная группа отдела полиции, в состав которой вошел кинолог со служебной собакой. Дознаватели отдела полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж Уголовного кодекса Российской Федерации». Подозреваемый заключен под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают его причастность к ранее совершенным преступлениям. Стоит отметить, что это уже второй за последнее время случай, когда служебная собака помогает раскрыть кражу. Так, в Большом Камне 9 марта след грабителя уверенно взял пес по кличке Рудольф. Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. Анна Бережная, новости на Восьмом.